Часть пешеходной зоны перед кинотеатром «Салават» будет открыта 25 июня в День молодежи. Горожане и гости смогут увидеть входную группу, стелу, основанию города, а также светодинамический фонтан, первый в Стерлитамаке. Накануне подрядчики из Краснодара проверили работу насосных систем объекта. Световое оборудование сейчас фонтан готовят к полноценному пуску. Фонтан оборудован фонарями 7 цветов, их 80 штук. Диаметр большой чаши 12 метров, диаметр малой чаши 6 метров. Полный объем фонтана 53 кубических метра, цикл завершается за 10 минут. Фонтан имеет около 20 комбинаций и высота центральной струи 7 метров. Фонтан установлен на средства башкирской содовой компании в рамках реконструкции пешеходного сквера. Всего на его реконструкцию выделено 138 миллионов рублей. Этот фонтан он выполнен в виде чаши в чаше, то есть это довольно-таки редкий вид. И наподобие у нас установлен фонтан в Краснодаре на площади возле законодательного собрания края и в Армавире. Ну, то есть третий фонтан в вашем городе.